Друзья, всем привет! Кто-то подтягивается в эфир, уже кто-то нет. Итак, о чем я хочу поговорить? О том, что я сейчас на Ютубе в рамках проекта «Кухонный философ», плейлиста «Кухонный философ» запустил новую тему, там одну. Вот, не знаю даже, как обозвать ее, пока она в плейлисте «Кухонный философ» идет. Это различные обзоры, рассказов, фильмов, но не такие, как обычно делаю, чисто похохалиться, поржать и все такое прочее. Наоборот, я рассказываю об интересных каких-то моментах с точки зрения своего восприятия, с точки зрения философской мысли, которая заложена, как мне это кажется. Вот, то есть над обозреванием не с точки зрения поржать над сюжетом, рассказать про сюжет, про что-то типа такого, а про фабулу непосредственно как таковую. И также я там читаю свои рассказы, свои стихи. Вот. Ну и вот идет такой как бы монолог, но как бы диалог с невидимым сам зрителем, что называется. Там вышло сейчас первые два подкаста в «Кухонном философе» на моем канале на Ютубе. После того, как я закончу, значит, эфир, я дам ссылку под видео. Вот. Одно видео, это две таких как бы легенды или рассказа полуюмористического толка. Одно про великого мастера, значит, победителя драконов. Это переработанная мною одна, значит, история, древняя легенда. А второе – это рассказ о великом мастере, который постиг, как он считал, удар чокуцки и назвал чокуцки сердцем карате. Но это надо слушать. Кто не в теме даже, тот, в общем-то, это все равно поймет, о чем там речь, и поймет, что там зашифровано в этой такой байке, в легенде. Вот. Так что посмотрите, мне почему-то кажется, что будет интересно. По крайней мере, когда я выложил в соцсетях ссылки на эти видео в личку и в сообщениях, там кое-где пришло, там интересный формат написали на форуме, когда выложил. Интересный новый формат, интересная подача. Может быть. Дело в том, что, понимаете, меняются тренды, меняется форма подачи материала. Я вот сейчас, работая в сети, просто понимаю, что старые форматы подачи материала, старые формы ведения бизнеса в сети, они так безнадежно устаревают. Я просто на себе это ощутил очень серьезно. Вот. И поэтому сейчас просто приходится искать. Да искать особо не надо. В принципе, можно заниматься просто бенчмаркингом. То есть, находя то, что там работает, и, трансформировать подачу и форматы под те виды, которые сейчас наиболее востребованы. То есть, сохраняя общий смысл подачи материала, хороший контент, просто преображать его, вернее, создавать его в той форме, которую сейчас больше любит потребитель. Я вот просто помню, как было раньше. Даже самый простенький сайт в виде странички, текстовый, мог бы быть очень популярен и очень востребован, если в нем содержался хороший контент. Контент был тогда королем интернета, как это говорили. То есть именно контент – король интернета. Сейчас, конечно, изменилось очень многое. Можно создавать великолепнейший контент по содержанию, просто фантастический. То есть создавать видеоролики, в которых смысловая нагрузка просто колоссальная и материалы бесценны. Можно писать на сайтах великолепные статьи, но если сайт сам по себе не презентабельный, человек его просто пролистнет, даже не задержится на нем и 5 секунд для того, чтобы начать читать, зацепиться за него и понять, что материал, который там дается, действительно важный и интересный. То же самое касается видео. Если в видео не очень хороший звук, неправильно подобран свет, съемка не студийная или без постобработки, все. Человек просто пролистывает это дело дальше, и ролик, который там больше 30 секунд, если за 30 секунд его не зацепил,
он просто сам смотреть не будет. Поэтому от длинных роликов приходится сейчас отходить. Вот я раньше создавал большие интересные видео, которые были по 15, по 20 минут, даже по часу. С хорошим контентом, с транскрибацией которых этих роликов занимало по много страниц машинописного текста. И статьи, сделанные из транскрибации этих роликов, люди читали, вот, много посещали сайт. Сейчас обложка. То есть, конечно, безусловно, обертка сама по себе, она тоже мало что рулит, если это не развлекательный контент, а серьезный. Или претендующий на такой. Сайт может быть очень презентабельный, красивый, может быть очень красивая заставка у видео, человек зацепится, но поймет, что это была фигня. Вот. И ему не будет интересно. То есть при всех прочих равных условиях надо все равно, чтобы контент хороший был. Ну вот приходит, сейчас придется работать над форматами и над внешней визуализацией, да, не подачи контента. Конечно, это безусловно лишние затраты и все такое. Но что же делать? Придется следовать, как говорится, трендам. Никуда от этого не деться. Помните, как мы раньше смотрели кино? Были, значит, игровые фильмы, где два актера могли держать в напряжении весь там 2,5-часовой фильм, фактически находясь в одной из комнате, и все строилось на игре, значит, актеров и на сюжете. Но мы сейчас избалованы настолько. Это появилось, я считаю, что культовыми были фильмы такие, как «Матрица», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Властелин колец», когда появились такие спецэффекты, масштабные всякие съемки, компьютерная графика, которая настолько подняла высоко планку визуального этого восприятия, что фильмы, в которых спецэффекты проще, кажутся просто похабщиной какой-то теперь. А ведь это на самом деле плохо. Современные фильмы многие вытягивают даже при великолепном сюжете и при великолепном, сценарии, режиссерской самой работе могут иногда вытянуть даже без актера. Спецэффекты, графика. Даже вон есть фильмы, где актеров как таковых нет. То есть там герои-то, 3D-герои. Вот. И все больше и больше спецэффекты захватывают. Поэтому, на самом деле, я сейчас лично я стараюсь такие фильмы смотреть как можно меньше. Потому что мы просто одно стали подменять другим. Вот эта вот визуализация и эта вот эффектность стала забирать очень многие вещи из действительно хороших сюжетных игровых фильмов. Вот. Хочется смотреть фильмы, где действительно играют актеры. Вот, прям реально. В этом плане я не ханжа какой-нибудь и не какой-нибудь там динозавр, но некоторые старые фильмы я пересматриваю с удовольствием. И голливудские, и наши, отечественные. А знаете почему? Я считаю, у нас раньше старые эти фильмы, они цепляют нас, да, хотя там, в принципе, «Ирония судьбы с легким паром» смотрим каждый год, и фильм, в принципе, нравится. Или «Любовь и голуби», который всех затрахал мозги, потому что куда бы ты ни ехал, каким-либо трансфером из аэропорта или куда-нибудь еще, на какую-нибудь экскурсию в любой стране мира, там всегда «Служебный роман», «С легким паром», «Любовь и голуби» и, не знаю, там еще там пара каких-то вот таких вот фильмов, которые просто вот «Золотая коллекция», что называется. Там сюжет происходит в четырех стенах всего фильма. Всегда. То есть там не нужны ни декорации, ничего. В принципе, это на сцене можно сыграть. Театральная постановка. И по сути именно так и есть. Суть в том, что играли эти фильмы актеры, которые специализировались на игре в театре. А игра в театре именно подразумевает актерскую хорошую игру. Актерскую. Это прежде всего. То есть тут не вытягивается ничего. Это как в опере. Ничего не вытягивается микшерским пультом. Там демонстрируется то, что есть. И в театре демонстрируется актерский талант и постановка. То есть именно то, что есть на самом деле. А не то, что дорисовывается, микшируется и так далее. И поэтому актеры умели играть очень хорошо. А актеры современных фильмов и сериалов, они изначально
заточены под игру в кино. И даже очень часто только под такое узкое амплуа, что ничего даже другого сделать-то не могут. Вот. Раньше актеры могли и танцевать, и петь, и плясать, не знаю, что угодно делать. Он мог сыграть и комика, мог сыграть и трагическую роль. Конечно, там амплуа присутствовали тоже, да? Героя-любовника там, или шута. Но, тем не менее, они могли все. Сейчас актеров таких очень мало стало, особенно героев сам сериалов, потому что на пробы берутся иногда люди, которые не имеют отношения к сам театру вообще никакого. Очень часто бывает, что сценарист или режиссер находит просто типаж какой-то из каких-то каталогов, откуда-то еще, или просто проводя какие-то пробы, находя людей, и люди потом, просто снявшись в сериалах, заканчивают какие-то курсы актерского это мастерства дальше и продолжают игру в кино и так далее. А вот артистов театра в кино задействованных становится все меньше. И именно они-то как раз и самые лучшие, даже сейчас. Мы восхищаемся ими. То есть, что бы ни говорили, предположим, про того же Безрукова, это Хабенского, но это как раз артисты, которые театралы, то есть играют в театре. И поэтому они умеют играть, да? А в старой плеяде актеров все были такие, то есть артисты в кино все были такие, они все были артистами театра. Вот так вот. Но форматы меняются, понимаете, меняются. Все равно люди смотрят то, что захватывает. И поэтому лучше всего это является синтез, когда есть и актерский талант, и там работа, связанная с графикой, со спецэффектами. Наверное, поэтому нас восхищают такие фильмы, в которых играют старые мастера, как говорится, такие как Де Ниро, там, Аль Пачино, которые тоже прошли школу Бродвея там, и такое прочее. И когда в то же время эти фильмы там обладают захватывающим сам сюжетом и прекрасной режиссерской работой. Мы восхищаемся, восхищаемся. А если в то же время там будут какие-то добавленные спецэффекты, главное, чтобы они не перебивали мастерство самих актеров. Вот это вот очень важно. Не затмевали. Тогда все получается шикарно вообще. Ну, я начал с того, что форматы, да, что мне придется бегать. Я с метрами не равняюсь, нет. Просто к тому, что и в блогинге на Ютубе приходится пробовать самые разные форматы. И поэтому, друзья, очень важны ваши, значит, отзывы, ваши какие-то комментарии, пожелания, которые позволят делать интересные видео, чтобы вам интересно было смотреть его, интересно было читать на сайтах самые статьи, может, какую-нибудь инфографику добавлять, там, комментируйте ее, это будет интересно, потому что я уверен, что я даю хороший контент. Об этом много отзывов от тех, кто дает себе труд изучить его и начать по этому контенту работать. Но, понимаете, огромное количество людей мимо этого контента просто проскакивают потому, что обложка для этого контента не способствует тому, чтобы человека захватил материал для того, чтобы он хотя бы потратил первые 40 секунд на его прочтение или просмотр. Чтобы ты его захватил, и он досмотрел до конца и понял, что это вот интересно ему. Вот. На самом деле, это не только моя беда. Я вот очень часто вижу на Ютубе, предположим, по какому-то запросу, значит, там выбрасывается какой-то материал. И ролик не имеет красивого превью, ни броского заголовка, ничего этого нет. Но, значит, просматривать начинаешь, да, материал, и понимаешь, что контент великолепнейший. То есть и автор подает материал, может, не супер хорошо, не великолепный, не студийный звук, но материал очень самый полезный и очень нужный. Но абсолютное большинство людей не досмотрит его до конца, они даже за него не зацепятся из-за того, что превьюшка не та. Нет на ней красивой какой-то картинки, которая зачастую даже ни хрена не соответствует сам тому, что в этом материале будет. И нету красивого заголовка, который тоже просто для того сделан, чтобы зацепить, захватить внимание, но тоже не соответствует сам сути подаваемого материала. И смотришь, а просмотров мало, лайков мало, антилайков, дизлайков тоже мало. А хотя, думаешь, странно, автор-то
там освещает сам ту тематику, за которую сам взялся, просто великолепно. И смотришь другие какие-то развлекательные, зачастую просто тупенькие какие-то сайты или там каналы на Ютубе, в которых миллионы просмотров. Я не говорю про развлекательные. Ну, понятно, развлекательные, он и направлен на развлечение. А такие, которые претендуют, наверное, на то, чтобы быть какими-то познавательными или что-то. Ну, параша полная вообще. Или там обзорная какая-то, то есть обзорные, научно-популярные. Ну, ерунда, просто тухлятина. Но подача материала сама по себе и там интересная, хороший звук, прекрасный превью, отлично снятое на камеру видео, великолепная постобработка, оригинальный монтаж. Все, миллионы подписчиков и миллионы просмотров. Вот, поэтому что делать? Следовать? В этом только вы можете помочь, потому что, например, таким людям, как я, кто создает реально полезный контент, не то, что времени нет, мы, конечно, учимся, сам просматриваем какие-то материалы, значит, обучающие по поводу того, как надо создавать видео, как его надо там правильно, значит, обрабатывать и все. Ну, пытаемся меняться, я что-то меняю, тоже превью там стал создавать какие-то, которые более цепляют. Вот, а не просто так оставлять, вот как вот ролик записал сейчас, предположим, в машине еду, выложил его просто так на Ютубе и все. В таком ключе. Вот это уже практически нифига не работает. В основном смотрят это те, кто какой волей судьбы когда-то подписался раньше, либо порекомендовали. Человек это там посмотрел, послушал, ему понравилось, и понравилось то, что понравилось не столько форма, сколько содержание. И все. И с тех пор мы, как говорится, вместе. Вот, друзья. Но тем не менее. Так что жду от вас всякого рода комментариев, это пожеланий. Может, каких-то предложений. До встречи. Всем пока.